Это комплект для усовершенствования самогонных аппаратов Brandy Master. Вот эти две царги позволяют превратить его в ректификационную колонну, которая будет вырабатывать чистый спирт крепостью 97 градусов по ГОСТу. А вот этот гидрозатвор позволяет делать брагу непосредственно в самом перегонном кубе. То есть вы сначала туда заливаете все ингредиенты, насаживаете вот этот гидрозатвор, и у вас готовится брага. А потом в этом же перегонном кубе вы можете непосредственно и перегонять, в том числе получать чистый спирт при помощи вот этих двух царг.